Его можно смыть, да, если дать Global, Queen of Pain и Speedbreaker, но они, видимо, изначально брали Фуриона с целью, чтобы его поставить в центр, да, и хотят отдать и лавануть им. Пила, и тогда, опа, все, убили. Убили, вот о чем говорил. В общем, Никс... Сасасина. Находит его и находит, саунд-то, ну, погибнет и погибнет, что называется. Для Нуна просто это очень приятный фраг. Дополнительный нетворд, соответственно, и он начинает уже перегонять на то, чем он и должен заниматься, потому что ему надо набрать немножко нетворса экспы, что самое главное, тем временем влет в луну. Луна такая, что оказывается здесь небезопасно, что ли, Sonic Wave, Global, все нажимается, но луну не забрали, уже позитив для игроков Brain, тем временем влетает еще и Виш, получает на себя довольно, ну, не так уж много дэмэджа, и Стоманин, хороший импейл, перед смертью, ой-ой-ой, какой дропдаун. При помощи лошадки. Мана заканчивается у Тимбера. Смотри, Солринга уже нет. Осталось немножко стиков. Там еще Аркейн Ринг будет, но мана у Тимбера заканчивается. Поэтому у нас Нави сейчас вот просто спокойно все дружно наступает. Где только можно. И как только можно, просто потому что пока это сайленсер. Сейчас Нави сами реализуют сайленс, не волнуйся. У них есть сайленсер, во-первых. Во-вторых, у них есть смок, они влетают Тимбера. Тимбер не лучшая цель, это понятно, но заберсить можно. Постараться с ПЛом, с дефьюзлом, всеми делами. Вкусно. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Забрали за все, что было. Хорошо. Под Виндетта пытается найти себе фраг, но это просто стан по генералу. С Виндетта дали дэмэджа генералу пофигу, он летит дальше на Стоманин, Стоманин взрывается за секунду. Ну и без время. Тимбера они очень слабые, вот мы просто смотрим, да, без Тимбера нет того самого танка, который примет в себя все, то есть просто бегают такие 4 булки, Висп здорово, 1000 хп, Фурион здорово. Эсквапу могут найти, ну он потратил блинк. Виндетта, импейл, сайленс, сайленс, сайленс. А, слишком успел, поздно, слишком поздно среагировал Виш. Летел, да, слишком долго летел. Да он странно, что он не нажал сразу. А, ну и так нормально. Стрик снимает у нас Skylark. Skylark в кайфе, потому что 525 голды. И еще и луну нашли. Ой-ой-ой, есть и Спарта, но у него нету Мекки, ему нечем хилить. Кроме стиков, но этого хватает. Кстати, замечу я вам, генерал улетает просто на черже. Остановить его некому. Бим был в КД, а Стоманин тем временем на тамблер стоя пытается добежать до Алохи Дэнса, Алоха... Не, Алоха тут скушен. Ну, и это, кстати, Рошан может быть? Нет, раз уж они в упоре. Ну, надо, надо, бинки-бинки, я не знаю, смотри, волшебство очень круто подраться. Волшебство на такой стадии, 22 минута, здорово, Копа 16, он сейчас 700. Да, все, все, она сейчас снимет им всем лицо, это правда влет. Взрываем виспа по-быстрому, пока этого не получается, правда, Баратром отдался, Нефрит прожал БКБ, убивает еще и Клапу. Но теперь Нефрит никуда не уйдет, скорее всего, или уйдет. Байбек от Виспа. Отличная работа от Алохи Дэнса при помощи первого скилла. Дальше дэмэдж пошел уже на Виша. Висп прилетел после байбека. Это дайбэк до него. Тэп-аут от Виша. Да. Ну, слушайте, хороший дайбэк, кстати. Единственное, вот оговорочка по фрейдам. Замес. Алоха. Взрывает Никс Ассасина сейчас, да? Да, да. Инксвелл, все дела, все стоим в стане, чилим. Скать Инксвелл на Карапас. Вот он размен. Врываются в Луну. Незер Страйк, Луна, Луна упадет, Луна не упадет. Коронный герой. Не забанили его, оставили вот таким вот, какой он есть, и решили законтрить его Тимбером, который в целом ничего особо с ним сейчас не делает. Минус Луна, походу. Весь хил вообще в нее. Две минуты, две секунды. Ага. Он живет, но проблема в том, что у него БКБ сейчас не будет на развороте подраться. Стан. Оп, пошел дальше, ведь он говорит, луна моя, фонтан, моя луна, фонтан, моя. Фонтан. Давай, давай, ведь он пошел. Все. Его минус ген, первый. Ген уже вырывается. Второй. Пошел, пошел. Все, дабл килл. Ладно, ну, ладно, почти, почти. Очень странно, что они стояли и смотрели над его гробиком, да, во время Егиса. И такие, интересно, что... У тебя Тимбер решил, что пойду-ка я пофармлю лесочек. А че бы и нет. Это спейс, ты не понимаешь. А. Не знаю, Вишу, наверное. Вот, вот, Вишу сейчас фармит топ. Точнее, фармил бот, фармит теперь топ. Нормально. Фран такой думает, а я... Чар ждет. Обнимаем, обнимаем, парни, друг друга. Да, обнимаем. Бумажки. Опа. Не осуждаю. Одобряю. Минус 4. Вот, Нави, надо писать ГГ. Я думаю. Ладно, я не сомневаюсь, что он очень много делает на карте. У него очень крутой спирит. У него очень-очень даже неплохой вивер. Вот он очень круто играет на спиритбрейкере и на земле, да? И я теперь понимаю, в чем суть. Он, по сути, в этой команде плеймейкер, когда заводил, бегает, да. Развалит. Да, но если ему дают Никса, то Никс он начинает играть 6-го левела. А тут до 6-го левела уже все сильновато, но вот Найкс пока в этом драфте смотрится грозно. Просто вот он смотрелся грозно до появления Нимы, потому что 4 героя ему чувствуют себя более-менее. Слушай, Алоха, это что-то прямо... Пошел, далеко пошел, зашел. Пошел, да, ну там еще Энигма, отпасись. Да, в общем, парешу на этой линии
очень тяжело. Будет ситуация для ветерана. Ну, правда, сейчас убьют Сайлосера его, но это не смертельно. Ну, убьют и убьют, ничего страшного. Ну, тычку. Нормально. Очень хорошо то, что это не First Blood. Инвокеру бегать за ровно не очень хочется, да, это инвокер, как бы ботла у него нет, и он такой думает, это зачем? Так, 7 минут. Давай. Готовься. Так, тут ганг. Все слишком очевидно. Лютый. Да, слишком очевидно. Ну все, закончили. Пойдешь? У него нет ультимейта, если что. У него нет поинта на ультимейте. Но он отошел, соло пришел. Соло говорит, вдарьте мне, пожалуйста, потому что у меня керри умирает, надо, чтобы керри. Ну, все нормально. Алоха, алоха, нун. Все приходят. Ничего страшного. Сейчас устроим. Минус нефрит. Надо сделать сейчас срочно. Сала, стяжка, дэмэдж, пошел, ведь он погибает. Алоха погибает. Соник Вейв. Красиво. Алоха все еще живет до конца. Айншелл, может быть, на себя повесим? Повесили. Суржу тоже повесили. Алоха Дэнс погибает. Но он тем временем добирает еще и Стоманина. Сейчас сумасшедшие размены. Почему инвокер все это время АФК? Привыкли. Ультквапас ультай. Хлобов. Бам. Финсгриппом. Ну и ладно. Не скоро будет Аганим. А Аганим, как вы понимаете, вместе со Спиритом смотрится очень страшно. Соло тем временем взрывают. Через инфест бомбу. Ну просто вообще жесткие парни. Нуныч влет. Контроль пошел на Энигму, Энигма под колдснэпом, байбек от Сол, еще у него нету глобала, нефрит жрет генерала, генерал, отдает блэкхол, его торнадят, Висюн бежит дальше, нефрит, пожалуйста, жить. Мансует при помощи армлета, у него это не получается до конца сделать нормально, но это не так важно, потому что, опять же, ну, то есть, задавили, блэкхол потратили, Нави и байбек тоже. Они жарить Рошана будут айншеллами? Всей команды? Они реально прожаривают его, посмотри. Это дабл айншелл, Аганим под смоком. Вот это next level play. Sonic Wave по троим. Боже мой, что происходит? Тем временем Cold Snap хорошо контролит Квапу. Квапу надо добить. Быстро добивает Квапу. Байбек есть, но она пока не хочет байбекаться. Ведь он тем временем тоже окажется сейчас без первой жизни. Генерал, Black Hole по четверым с глобалом. Боже мой, как же Black Hole сосет же здесь. Боже мой. Все жизни из них. И Стоманин последний выживающий. Но, скорее всего, у него тоже ничего не получится. Хотя надо попробовать добить ВК. У него это выходит. Стоманин в таверну. Минус 5. Генерал и его Black Hole, друзья. Да, понятно. Ну да, это было сильно. Квапа, я так понимаю, она, возможно, вообще осознанно прыгала вот в Рошана. Ну, по крайней мере, просто был виден байбек. Который прокатывается мимо, но с другой стороны нашли здесь Бейна. Бейна убьют. У Бейна, правда, все равно не было физгриппа, поэтому это не имеет никакого значения. Он пока что сейвится при помощи Найтмеров. Витюн на контратаке с блинка влетает. У Витюна супер агрессивный билд. Он любого несется дальше. Любого. Да, просто показывайте, что называется. Нефрит. Нефрит бежит, у него инфеста нет. Соник вейв спину. Блинк ин. Витюн ваншотает своего оппонента. Да, еще имеется. Господи, как же далеко они дайвят. Как же далеко они дайвят за этим ВК. Попал. Они убьют его. Как же хорош Стоманин в этом моменте. Боже мой, как же жесток Стоманин. Гений. Прям вычислил. Генерал, БКБ, Black Hole по двоим. Пошел накидывать Соник Вейвом минус 2, наверное. Но опять же, какой-то контратаки от Бреймов мы, наверное, не особо ожидаем. Сайленс пошел. И лайфстиллер скушает Солыча. Ну, скушал, что называется. Земель теперь покатится. Алоха. Земель покатится, глобала нет. Глобала нет. Скоро рассвет. И Алоха Дэнс тоже погиб. Вижен, парни, вижен на ком-нибудь. Саппорты. Кто угодно. Санстрайк. На, минус Алоха, господи, это Виш и инвой, и его очень инвой. Быстро. У них мы даунчик, кстати, тоже нормально наваливают. Стоманин пошел, Алоха за секунду должен быть убит. Секу. Сгорел. И то же самое касается соло, успеть глобал нажать. Блэкхол, по двоим пошел. Сочный, мощный, молодежный. Боже мой, как Квапа кричит на всех. Люди погибают один за другим. Спартаныч пытается сделать это по аут под амулетом. Без шансов, без вариантов. Ведь он просто ногой ему впихивает. А Стоманин, скорее всего, свалит или нет? А, у него нет ТП аута. У него нет АТП, все в КД. Витюн блинкается, ищет Стоманин. Очередная вкаточка на 3 километра. Еще сейчас будет одна вкаточка, вкатываемся в Квапу, потому что Нун заблочил. И все, пришла конечная для него. Это минус 4 от Нави. Это, друзья, глобалы, блэкхолы от генерала. Хотя идея была неплоха от Бреймов, просто сделать так, чтобы двух саппортов в начале драки не было. И уже дальше можно хоть как-то было бы. Без его стенки. Да, без его стенки очень тяжело. Откидывается всеми спилами. У нас инвокер выбивает реинкарнацию. Совершенно казуальная для Витюна игра.
пошел. К сожалению, для него даже это не сильно поможет. Ну, как бы, во-первых, у него есть рейдж, и не особо помогает, да, и против Нигмы боковой. Генерал, генерал! На камбэкичек, блокхол! Дальше. Не, не хочется, не хочется давать, не хочется давать. Придется дать одного аппарата. Но у него рефрешер есть, ему не страшно. Можно второй блокхол сейчас дать Виша. Вот он, рефрешер. Нажимается БКБ, нажимается блинк, нажимается блокхол. Можно без блокхола, просто нажимает все кнопки в инвокер, инвокер погибает, он в таверне, есть два байбека на двух корах, саппорты также нажали свои байбеки, Дарксир ничего не сделает в этой драке, но байбек имеется, давайте на, хотя бы на байбеках надо отыграть, минус соло, окей, дальше, продолжение какое-то, надо цеплять, кого не цепляют, они цепляют Алоху Дэнса вместе с Летюном, они пробивают Бэйна, Бэйн, окей, в таверне, но теперь главная цель этого... Этого байбека. Вот он, катаклизм. Хорошо по дэмэджу. Нун. Нун на 940 хп, но при этом всем у него имеется еще Егис. При этом всем Витюн. Витюн вернулся в эту драку с реинкарнацией. Продолжается драка против Нефрита. Нефрит пытается бежать. Там ложится все, что только есть. Блэкхол еще имеется у генерала. Генерал куда-то засунуть этот блэкхол бы перед смертью. Нет, не получается. А Егис от Нуна. Возвращение обратно в эту драку. Инвокер на пол хп пытается бежать. У него нету больше ресурсов. Бласты, все вкидывается, но квапа нагибай, просто уничтожай. Хорошо все было сделано, да, с блинком. Витюк крадется. Витюк со крадется. Скримов. Сюда. Куда встань. Он крадется? Стоманин? Витулю, пошел. До свидания. Ой, не, ну это ультракилл, гадлайк, все дела, сами понимаете, GG от Виша. Ну, опять же, Брейны на самом деле круто сражались при ситуации, в которой они снова проиграли лайны. Они старались вытащить из ситуации, в которой прям вот все совсем печально. При условии, знаешь, что они еще и на таймере.